Привет. Собралась сегодня проехаться в Крагера, так сказать, поморжевать по солнышку. Ну что-то у меня так голова кружится, что я решила. Долго думаю, нет, я поеду, я возьму себя в руки, я поеду. В общем, короче говоря, в последнюю минуту стала одевать купальник и поняла, что я по стеночке до Крагера не доеду. Поэтому решила остаться дома. Посижу на солнышке. Витамина D получу. Ой, в общем, быть добру. Кот-скороход. Тёсик. Хвост трубой. Да, у нас Фокси пошел в дебри наших норвежских джунглей елочных. Он залез, сидит. Да. Привет. Ты меня проспал, да? Да, ты меня проспал. Ой, потягунечки такие. Потягунечки, да. Потягунечки, вот такие. Красивые. Пошли, я тебе покажу цветочки. Тюфсик, пошли цветочки посмотрим. Вот у нас тут уже такие малявочки распустились. Иди сюда. Тюсик. Иди посмотрим на цветочки. Вот тут еще один такой мальпушистый. Вот так. Еще. Все ты мяу. В тенечке. О, опал. Скажи, опал. Я совсем опал, да? Вот тут вот. Лапы мои задние. Хвост мой трубой. Да. На солнышке хорошо сейчас. Ой, скажи, на солнышке-то как хорошо. Лапа меня отталкивает. Злодей. Ты злодей. Ты бандитский, ты злодей. Скажи, нет, я просто кот. Он мяу. Он мяу. Да, ты у нас мяу. Ты у нас мяу. Ой, пощекотать тебе чуть-чуть. Ты у нас Фоксик не любит, когда его за пятки щекочет, да? А Тюсик у нас любит. Да, чтоб пяточки ему пощекотали. Лапа вот так вот прям раскрывает. Тенистый кот. Да, ты тенистый кот. Мур-мур. Да. Промурлыкайте, пожалуйста, что вы хотите сказать всему миру. Смотри, Тюфсик, вот здесь вот цветочки какие. Смотри, иди сюда. Смотри, какие тут цветочки. Слышь, ты, цветочный кот. Скажи, самый лучший цветочек это я. На меня только можно показывать. На меня можно показывать, да? Мяу? Ты мой мяу? Вот тут вот цветочки у нас под твоей попой. Не, попу показывать не буду. Вот цветочки, вот они. Цветочных дел Тюфсик мастер. Ой, вот оно. Красота.
Весна. Весна, весна. Сейчас покажу нашего бушмена. Этот в тенечке под елкой, да? Под елкой, скажи. Ну, сейчас тесик придет, да, он такой. Уже возле моего колена тут. О, что-то у нас там. Да неужели? Точно. Иди сюда, иди сюда. Ну, адский гад. Где тут? Вот он. Зараза такая. Сейчас. Ну да, клещ. Так. А это что за этих самые разборки елочные? Вот она. Вреднючесть. Главное, что сам прибежал. Сам прибежал, напал, возмутился и убежал. Так, сейчас надо эту заразу прибить. Ой, вот этого заразу. Фоксик там. Веточка, вот она. Подпольщик. Или даже подкресельщик. В тенечке. Под моей ногой спрятался.